Приветствую вас, не отрицая вне всякого сомнения то, что говорит мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, я с своей стороны хотел бы просто сказать о том, что мне лично видится один из ключевых моментов в вашем самоутверждении. То есть это для меня это означает примерно то, что вы, будучи ревнивым, а значит неуверенным в себе человеком, пытаетесь доказать и себе, и вероятнее всего своей жене, ну, свою состоятельность, свою мужественность, свою значимость, вот. И отсюда возникает все то, что, в принципе, у вас возникает. Кроме того, ваши истории с женой, по сути, говорят о том, что вы находитесь в некотором, ну, давайте так скажем, напряжении. Вот. И это напряжение, скорее всего, тоже дает о себе знать. В том смысле это напряжение дает о себе знать, что, ну, условно говоря, вы находитесь не в состоянии покоя. Вот. Вы находитесь не в состоянии покоя, и, соответственно, вы находитесь, ну, в какой-то степени под постоянным напряжением. Вот. Это самое напряжение, оно у вас, естественно, вымандывает, вы, естественно, нуждаетесь в расслаблении. Вот то, что вы делаете, очень сильно похоже на расслабление. Поэтому смотрел бы я здесь в двух основных направлениях, да. Первое и важное направление – это значит, как раз таки основы для ваших ссор, вот, основы для ваших, конфликтов, основания для ваших конфликтов. Вот, то есть вот именно, ну, причины, да, по которым вы там конфликтуете, а вот основания для конфликтов, которые у вас есть, и так далее. Вот, это первое. И второе, это вопрос самоутверждения. Вот. Это вопрос самоутверждения, который для вас важен. Вот. Мне кажется, что именно в этом направлении вам имеет смысл двигаться. Вот. Мне кажется, что именно в этом направлении вам имеет смысл работать. Вот. И мне кажется, что именно это значит, то, на что вам нужно обратить свое пристальное внимание. Вот.
ну, с точки зрения. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. И дальше уже в процессе терапии уже будет более-менее понятно, какую проблему вы пытаетесь решить. Как бы, ну, не споря со своим коллегой, вот, относительно того, ну, каковы причины вашего состояния, да? Вот, каковы причины? Мне кажется, это на самом деле не столь важно, мне так кажется. Вот. Не спорю с коллегой своим в этом смысле. Вот, я все же предпочитаю думать, что причины, то есть вот условно то, чем, ну, то, чем вы интересуетесь, на мой взгляд, ну, не столь важны. Вот. Как важно то, какими средствами вы решаете проблему свою сейчас. Вот. Как вы решаете свою проблему сейчас? Каким образом вы решаете свою проблему сейчас? Вот. И мне кажется, это важно. От этого зависит, по сути, все остальное. Вот. Вот вы, что интересно, мне описали свое отношение к этому. То есть вот вы видите, что, значит, мой вопрос, почему мне нравится, да, вот почему, а как вы к этому относитесь? Ну, то есть нравится, не нравится, а относитесь-то вы к этому как? Вот. Так что я бы на вашем месте обратил внимание именно на эти аспекты. Вот, мне кажется, что как вот то, что мне пришло сейчас в голову, вот очень, как мне кажется, интересно мысль. Мне пришла в голову эта мысль о том, что недостаток искренности, спокойствия со своей женой, вот, вы можете компенсировать как раз таки вот такими аспектами, такими моментами. Вот, ну, вполне может быть, замещая свою, ну, такую вот потребность, что ли,
безопасности, например, в комфорте, в гармонии, да, вы замещаете эту потребность вот как раз таки, такими вот аспектами, такими вот моментами. Я не думаю, что это плохо, честно говоря. Вот. Ну, то есть мне не кажется это чем-то плохим, то, что с вами происходит. Мне не кажется, что чем-то ужасным, то, что происходит с вами, особенно если, там, к примеру, не знаю, если вашу, допустим, супругу, например, все устраивает, да, ну, к примеру, опять же, к примеру, если ее все устраивает, то почему нет, то есть я не вижу здесь каких-либо серьезных трудностей. Поэтому давайте постараемся, наверное, сформулировать такой момент. Давайте постараемся сформулировать вашу проблему. Вот. То есть, ну, какая у вас проблема конкретно? Вот конкретно какую проблему я пытаюсь решить сейчас, вот именно на данный момент, какую проблему я пытаюсь решить, что я хочу решить. Вот. Давайте обратим ваше внимание на это, потому что это важнее всего. Вот. А дальше уже будем смотреть. Да, может быть, там, как бы можете пригласить свою супругу на консультацию, если у вас есть такое вот, ну, такое желание, вот. Тут нужно смотреть, как и что именно нацелены, потому что сейчас о своей проблеме вы практически не говорите. Вот, вы только все это описываете, поверьте, такое ощущение, что вы испытываете, значит, ну, вы испытываете стыд, вот. Такая вот история, мне кажется, вот. Поэтому, на мой взгляд, ну, ответ вам, я бы дал вот такой, в принципе, то, что вот, ну, то, что мне есть вам, что сказать. А, вот. Такая вот эта история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезным, надеюсь, что вам это было, для вас это было, точнее, продуктивно. Вот, я с своей стороны хочу пожелать вам удачи, всего самого доброго, надеюсь, что мой ответ даст вам
пишет для размышлений и прочего для обратной связи, вот, начав реализовывать которую, вы сможете как бы продолжить свою работу над собой и над осознаванием себя.